Вечная проблема осени. На улице холодает, и температура в квартирах опускается. А отопление еще не включают. И вот мы спасаемся кто как может. Кто-то дома закутывается в теплую одежду, другие включают обогреватели. И все вокруг в ожидании тепла. В квартире очень холодно, так что включаем обогреватели. Холодно. А как спасаетесь? Ну как, два одеяла. Никакого отопления нет, конечно, холодно. Правда, некоторым видновчанам везет больше. Здесь речь идет о закаленных людях или тех, кто живет в частном секторе и сами могут контролировать подачу тепла в свои дома. У нас частный дом, у нас тепло дома. Тепло еще. Наверное, закаленные у нас нормально. Но мерзнуть тем, кто не имеет таких привилегий, осталось немного. Сейчас уже все 53 котельные Ленинского района полностью готовы к отопительному сезону. И долгожданное тепло начнут подавать в квартиры, когда в течение 5 дней температура не будет подниматься выше 8 градусов. С 1 сентября мы начали пробные топки. Иногда тепло появляется уже в домах. И с 19 сентября мы начали подключать объекты социальной сферы, то есть это садики, больницы и прочие объекты, которые мы подключаем вне графика. Когда же тепло наконец появится и в квартирах, давать гарантию, что сбоев подачи отопления не будет, не может никто. Но, по словам Александра Черемных, все плановые работы по проверке надежности оборудования проведены и замечаний нет. Центральная районная теплосеть – самая крупная в муниципалитете, которая обслуживает все видное. К новому сезону готова. Для улучшения производства с недавних пор работа здесь полностью автоматизирована. Это улучшает работу и повышает надежность, самое главное. Почему? Потому что у нас это считается как опасный производственный объект, это газифицированная котельная. Поэтому автоматика регулирования и безопасности обеспечивает надежность работы котлов. В случае каких-то отклонений от рабочих параметров срабатывает автоматика безопасности, отключается подача топлива, газа. На время, когда в нашем регионе все же наступит бабье лето, подача отопления в квартирах не прекратится, а только будет сокращена, чтобы сразу и после окончания этого прекрасного периода в домах было тепло. Юлия Погосян, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.